Добрый день, друзья мои. Посмотрите, вот хочу показать, что у нас творится. Сегодня у нас 26 февраля. Смотрите, какая погода. Скользко. Во-первых, тает снег. И как бы он и не замерзает, а так скользко почему-то. Его фактически нету. Посмотрите, снега у нас нету. Грязище непролазное. Я вот тут ходила в магазинчик для декора. Девчонкам своим корзиночки надо к 8 марта поделать. Ну, две сделала, еще одну еще. Внучечка просила: бабушка, ты мне сделай маленькую корзиночку, какую сделала зайчихе. Ну вот хочу сделать ей маленькую. Ну, у меня цветочки закончились. Корзиночки есть еще сделать, а цветочки нечего. Ну, короче говоря, вот иду. Понятно, боюсь упасть, потому что скользко. Он снег тает, так вроде бы и интенсивно, а скользко все равно. Вот видите, что делается. У нас февраль, то морозы были, вот буквально 2 дня у нас были морозы, 20 градусов ночью. Сегодня ночью резко потеплело. Понимаете, вот какая сильная, какой сильный перепад температуры, да, что, ну, вот просто, знаете, и уже организм не выдерживает. Я так прям даже приболела. Вот иду еле-еле, но я думаю, все-таки это из-за того, что вот такая резкая разница в погоде. И организм чувствует это все. Вот. Так что, друзья мои, не знаю, конечно, что будет дальше, но в теплице с 1 марта думаю начинать посевы. Ну, ладно, это я потом. Вот я вам просто хотела показать, какая у нас погода. Видите, непредсказуемая. Ну, просто непредсказуемая. 20 градусов, и сегодня, наверное, плюс 5 где-то примерно. Вот представляете, разница какая в температуре. Ужас. Вот, ночью было 1 градус тепла. Если вот эти две ночи было у нас до 20, то вот сегодняшнюю ночь было 1 тепла. Вот видите, какая резкая разница в температуре. Ну ладно, друзья, может быть, я вам еще что-то покажу с этим видео. А пока, пока. Друзья мои, ну, хочу показать вам красоту, которую я еще сделала. Значит, корзиночки. Я, может, вам уже надоела с корзиночками, но хочу сказать, каждый раз корзиночки все лучше и лучше получаются у меня. Как-то уже начинаешь думать, что сделать. Я вот хотела малой своей внучке, она меня просила: бабушка, маленькую корзиночку. Я показывала, что я зайчихе делала корзиночку вот такую, да. Она увидела и говорит: бабушка, я себе хочу такую корзиночку. Ну, хорошо, я купила, ходила вот, вам показывала цветочки. И вот посмотрите, какую красоту я ей сделала. Ну, давайте-ка сейчас вот так, наверное. Вот так вот, видите, вот такую я ей сделала корзиночку с розочками. Вот, одномыльная большая розочка и вот такая вот, вот такие. Вот такую красочную решила ей сделать. Вот видите, корзиночку. Вот ребенку. Вот таким образом. Ручечка вот такая. Вот так, друзья мои. Вот. Корзиночка готова. К 8 марта внучке подарю. Так, дальше, друзья, еще я сделала корзинку. Вот такую. Хотела невестке подарить. На 8 марта. Но сегодня невестка позвонила. Она у мамы в гостях с детьми. Водитель попросил 2 вязаных корзинки ему. Он едет в гости через 2 дня. Ему нужно на подарок к 8 марта подарить корзинки. Ну вот я делала эту невестке корзинку. Как видите, вот такая вот красота, да, тоже у меня получилась. Вот. Ну, каждый раз, видите, каждый раз что-то придумываешь новое, потому что, ну, не хочется, чтобы были одинаковые. Это же, понимаете, это же не фабричная работа, это же работа ручная, и нужно, чтобы она обязательно отличалась, чтобы не была корзинка на корзинку похожа, потому что, ну, какой интерес тогда? Это же не фабричная, это не, как говорится, не
по штампу делается. Это делается каждый раз по-разному. Где-то получается чуть больше корзинка, где-то чуть меньше, где-то какое-то оформление разное. Вот видите, вот казалось бы, две корзинки сделаны. Вот это делалось за 2 дня. Вот две корзинки. Вот посмотрите, видите, одна вот так оформлена, да? Другая совершенно по-другому. По-разному оформление, чтобы, ну, как бы не приедалось это все. Вот подарит человек. Ну, теперь придется, она сказала, что... Я ей говорю, ну, я делала, хотела себе на 8 марта. Она сказала, отдайте. А если успеете, мне сделаете. Ну, я, конечно, успею. Нет, что ж, буду стараться. А теперь еще заказали 4 корзинки. Так что, друзья мои, мои корзинки используются спросом. Ну, я считаю, что действительно такая красота не может не пользоваться спросом. Ну, вот так вот, 2 корзинки, как говорится, на продажу есть. Значит, что еще хочу сказать, друзья мои? Моей внучке Кате старше день рождения. Ну, корзинки на 8 марта, ну, думаю, ну что ж, корзинки и корзинки. Что-то ж надо ей подарить к дню рождения. Вот я решила сделать, друзья мои, вот такой розовый куст. Вот обратите внимание, розы у меня, я покупала померановые розы, наводила сама раствор мыльный. Ну, это сложно рассказать, как это долго рассказывать, как я его делала. Вот, и сделала вот такие розы. Поверьте, они, ну, ничем не отличаются от настоящих, совершенно. Вы знаете, такое ощущение, как будто это самые настоящие натуральные живые розы. Посмотрите, лепесточки такие, как будто вот, вот сейчас они осыпятся. Вот такое ощущение. Ну, это, друзья мои, с вами рано. Промыленные, как говорится, пропитанные мылом. Ну, получились мыльные розы. Я сделала, сама я делала. Я покупала просто белые розочки и делала вот такие ветки, посмотрите. Вот, все это сделано моими руками. Листья, правда, тоже куплены. Просто все собрано, все собрано, все сделано как бы кустом роз. Вот такое вот дело вот получилось. 3 больших розочки, там как бы начинают распускаться розочки маленькие, по 2 штуки на каждой ветке. Ну и оформила вот таким образом я подставочку для кустика розы. Значит, здесь у меня рюмочка. Специально покупала в фикс-прайсе рюмочку. Я ее, как видите, украсила. Вот, потому что туда поставила розу. Она у меня стоит хорошо укреплена там. Вот, здесь у меня сердечки. Вот такие вот, посмотрите. Выложены как бы мозаикой, да? Ну, как, знаете, когда крутишь... калейдоскоп, и разлетаются в разные стороны эти. Вот они сделаны вот так вот. Вот сердечки эти вот таким образом. Приклеены такие стразики красивые на рюмочку. Мне очень захотелось, чтобы украсить это. А там камушки разноцветные. Лежат разноцветные камушки. Вот тут зелененькие. Ну и, как видите, на самой подставочке тоже все это приклеено крепко, чтобы никуда не делось. Ну, вот такой получился у меня букет из роз. Вот, ну, думаю, может быть, еще копеечки какие-то подарю. Ну, в общем, вот такой вот получился, друзья мои, подарок. Вот. Ну, напишите мне, понравилось ли вам. Поверьте мне, розочки, ну, вот вообще я... Даже невестка посмотрела и говорит, это что, настоящие, что ли, розочки? Я говорю, да нет, это искусственные, сделанные из померана. Но верите, вот такое ощущение, вот, что вот действительно сейчас она вот прямо завянет, эта розочка, потому что она живая. Вот. И вот она, видите, какая красота, друзья мои. Очень красивая. Со всех сторон я сделала одинаково оформила, чтобы можно было... Ну, вот это будет, я думаю, все-таки задняя сторона, а это вот так впереди. Вот на полочку поставит, у нее своя комната, поставит на полочку, и будет у нее стоять такой вечно цветущий букет.
Так что, друзья, вот такие вот дела. Есть у меня здесь, вот видите, расцвели цветы настоящие, живые. Это мне дочка дарила гиацинты. Вот, один фиолетовый получился, а другой желтый. Так что у меня, друзья мои, весна в комнате. Кругом красота, кругом розы, кругом цветы, которые, ну вы знаете, ну просто поднимают, надо сказать, настроение. Вот такая красота вот у меня. Вот так, друзья мои. Посмотрите, какая красота. Все в цветах. Так. Да, и еще хочу показать. Значит, друзья мои, я покупала в прошлом году осенью вот такие стаканы. Вот такие простые стаканы. Вот. Ну, и сердечки покупала. Это все в фикс-прайсе куплены. И что-то мне захотелось оформить этот стакан как вазу. И я вот сделала вот такую вот... Вот такую вот сделала украшение на этом стакане. Обратите внимание. Вот выложила я из сердечек, как видите, да? И получилась своего рода цветочная вазочка. Тут вот у меня камушки тоже между ними. Посмотрите, вот видите, обсыпано клеем, проклеено и камушками обсыпано. А также вот я вверх клеем так сделала вот и приклеила вот такую ленту декоративную и розочку. Вот, вы знаете, мне очень понравилось. Можно, оказывается, прекрасно сделать для себя вазу, не столько не затрачиваясь прямо на дорогие вазы. И прекрасно, вот посмотрите, смотрится такая вазочка. Замечательно смотрится, как видите. Вот, а если в него поставить цветы, я думаю, что будут цветы у меня свои летом. И я буду ставить в нее цветочки. Вот, видите, такие декоративные у меня эти камушки. Я, кстати говоря, сейчас покажу. Я делала из таких камушек, и еще вот такие цветочные были камушки. Я делала стаканы вот так, оформляла. Посмотрите, видите, вот таким образом облаживала все. Вот такое вот дно у меня получилось, посмотрите, видите. Два, три делала, дочке один отдала. Три одинаковых, вот такое дно, посмотрите, какое красивое получилось. Делала три одинаковых стакана, друзья мои. И поставила свечки в них. Но, к сожалению, ставить свечки, которые горят настоящим огнем, ни в коем случае нельзя, когда заклеены клеем. Клей потек, и мне пришлось все переделывать. Понимаете, вот там даже видно, вот как тек клей, видите? Потек. Мне пришлось то, что еще осталось, то хорошо, что осталось. А вот тут пришлось мне все приклеивать заново, потому что потек клей. Вот, и попадали все мои камушки. Поэтому я решила больше так не делать. А если и поставить свечку, то только искусственного, ну, которая работает от батарейки. И тогда, конечно, очень красиво смотрится. Вот, потому что переливается разными цветами эти стаканчики. Вот. Видите, друзья, все можно придумать, стоит только захотеть. Вот, вот так. Ну, а сейчас я положила туда вот эти вот игрушки с елки, ну, чтоб не пустые стояли. Вот таким образом. Ну вот, друзья, пожалуй, я вам показала видео. Вот. Спасибо вам за внимание. Пишите мне комментарии. Друзья мои, делайте своими руками что-то, чтобы не было скучно, чтобы, ну, как это сказать, время не шло так скучно, чтобы не было, как бы это, ну, чтобы вам было интересно, понимаете, жить. Вот, так что, друзья мои, на этом до свидания. Всего вам доброго. А с вами была Валентина, канал «Провинциальная женщина».